Стать новоселом в кризис можно и даже нужно, утверждают специалисты. Предложений на рынке вполне достаточно. В прошлом году в регионе было введено 1 миллион 588 тысяч квадратных метров жилья. В планах в этом году цифру увеличить. Количество предложений будет увеличиваться. Связано это с реализацией крупных проектов на территории области. В первую очередь это крупные проекты, реализуемые на территории поселка Новинки Богородского района. Территория там осваивается площадью более 1100 гектаров. Застраивается она 5 застройщиками. Недвижимость в ближайшем пригороде все больше пользуется спросом, ведь цены на нее существенно ниже, чем в городе, а инфраструктура ничуть не хуже. Мы подходим к комплексной застройке, то есть мы строим целые микрорайоны, где развиваем собственную инфраструктуру, как инженерную, то есть это центральное водоснабжение, центральная канализация, электроэнергия, газификация, так и социальную инфраструктуру, и коммерческую. Кстати, застройщики довольно гибко реагируют на непростые экономические условия, формируя антикризисные предложения. Банки также идут навстречу будущим новоселам, например, понижая процентные ставки по первичной ипотеке. Сбербанк с сегодняшнего дня начинает принимать заявки, уже принимаем заявки под 11,9% годовых. Никаких ограничений по клиентам нет. По застройщикам нет, это должен быть первичный рынок, продажа от юридического лица, многоквартирный дом, таунхаус или отдельный дом с землей. Кстати, если вам раньше одобрили заявку по более высокой процентной ставке, то ее можно отдать на пересмотр. Но если вы уже подписали кредитный договор, то условия останутся те же.